Впервые областной русский драматический театр ставил постановку по роману местного автора Кайрата Сапарбаева. На репетициях спектакля автор не присутствовал, полностью доверился режиссеру, о чем ни на минуту не пожалел. А я и есть большой ребенок. И этого не скрываю. Книга читается чуть по-другому, а здесь больше чувств, больше такого внутреннего твоего созревания по каждому эпизоду. Поэтому я сегодня был очень приятно удивлен. Спасибо. Премьерный показ «Анели» собрал полный зал. Крики «Браво!» и шквал аплодисментов сопровождали всю актерскую игру. Такого успеха не ожидала ни труппа театра, ни начинающий сценарист Ольга Ким. Шымкентская 11-классница в одночасье стала звездой, что не мешает ей следовать советам профессионалов. Ну, убрали некоторые сцены, это было, и добавили стихи. Я почему-то посчитала стихов не добавлять в сценарий, но их добавили, и оказалось, что это очень вкусно и красиво. Кто она, твоя любовница? Ты с ней встречаешься? Ты с ней живешь? Главный герой спектакля Алдан – реальный персонаж криминальной хроники 90-х годов. Взяв эту историю за основу своего романа, Кайрат Сапарбаев изменил печальный конец. Автор считает, что у всех любовных историй должен быть хэппи-энд. В планах Сапарбаева – написание второго романа. Возможно, и он получит воплощение на сцене русского театра. Отказать русскому драматическому театру в постановке – это было бы с моей стороны вообще небрежно. «Анелия любит короля» закрывает очередной сезон областного русского драматического театра. Премьерные спектакли пройдут до 12 июня включительно. Елена Бояршинова, Николай Иванов, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «УТРАР».